Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 7 ноября 2024 года. И вчера мне задавали вопрос в комментариях, почему мы не продаем маленьких щенков, а продаем только взрослых собачек породы чихуа. Это не так, дорогие друзья. Все маленькие щеночки, которые пока еще не готовы к переезду в новый дом, а только открыты для резервирования, в отдельных видео, в плейлистах продажа чихуа, щенки на продажу с заголовком «Продаю щенка чихуа», с индивидуальными ценами на каждого щенка в Ютубе, в разделе «Записи», в Яндекс.Дзен, в Рутубе, отдельный плейлист, так и называется, «Все щенки на продажу здесь». И да, на сегодняшний день самые младшие ребята – это Фурор и Фрея. Фрея просто на момент видеосъемки сосала у мамы молочко, и я ее не стала показывать. Она уже открыла глазки. Самые младшие – это вот эти ребята, рожденные 26 октября. Потом уже по старшинству идут вот эти красавчики на буковку У. Это Урмас Лила Дримс, которого я планирую, скорее всего, оставить себе. Но у него есть две сестренки шоколадного цвета. И, наверное, все-таки тоже будут пушистиками. Остальные ребятки постарше. Кто-то уже с первой прививочкой. Это Триумф, Тесси. А нет, подождите, это еще не антактированный помет. Триумф, Тесси и Теннесси. На вторую заключительную прививку едут Семен Леонович и его компания. Буквально 9-го. Это тетя Джинка пришла полоскаться. Значит, то есть вот самые младшие 9-го будут второй раз привиты. И уже там буквально через недельку смогут уехать в новый дом. Опа, 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 еще одна пришла тут. Не, ну я без этих помощниц тетек не могу. Да вылези, пожалуйста. Прыгают на кровать, как к себе домой. Поэтому единственное, каюсь, да, на все не хватает времени. И последнее время у нас скорость интернета вообще какая-то катастрофически низкая стала. Я давно, может быть, не показывала тех ребят, которых Оскарка, например, и Оливка. Вот я их сняла в возрасте малышей. И с тех пор вот как-то руки не доходят сделать отдельное видео. Потому что, повторяю, помимо того, что... каждый день у нас свои... Господи, да слезь-то с меня. Текущие какие-то дела и события. Я с удовольствием хочу снять, показать щеночков. Но если вот такого малыша я еще могу посадить к себе на ручки, на кровати, и хоть как-то с этими тетками, джинками, нюшками показать вам малышей, то детки чуть-чуть постарше сидеть вот так вот позировать уже не станут. Их для того, чтобы хорошо рассмотреть, показать, вот для продажи, как меня просили в комментариях, объяснить, почему же я на продажу показываю только взрослых собачек. Потому что я вот тот комментарий, который прочитала под видео прогулки, соответственно, ребят, мне гораздо проще, когда мы вышли на прогулку, я подошла хоть каждого там индивидуально, хоть там мельком, хоть как-то показала, что вот такой вот есть в продаже ребенок, кому надо, индивидуальные видео тоже есть, но снимать их каждый день достаточно трудно. И так как очень медленно идет скорость работы интернета в нашей Ленинградской области 200 километров от Санкт-Петербурга, загружать это все до 5 утра, ребят, я и так не сплю практически сутками со своими текущими домашними делами и плюс еще с разнообразными вот этими проблемами интернета, связанными с удаленностью от города. Это не проблема конкретно Ютуба. Я хочу сказать, что у меня также все... работает и в Яндекс.Дзен, и в Рутубе, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, куда я опубликовываю в 5 соцсетей. Я ежедневно опубликовываю те самые видео, которые вы можете посмотреть в любой из этих соцсетей. Те, которые остаются у меня на телефоне, я могу еще отправить в Телеграм. Из Ютуба я тоже могу в Телеграм отправить. Ватсапа нет. Я, ребят, я просто не справлюсь с таким количеством соцсетей. Мне кажется, и так достаточно открытая информация, и очень много, и... Нету у меня такого количества времени это все. Ну что тебе надо от ребят, а?
сидеть сутками загружать. Да, вот пока не показала сестренку Фрею, она белая, она окрасом как Нюрочка, которая недавно уехала в новый дом. Но просто вот повторяю, она сосала молоко у мамы, и чтобы мама не нервничала из-за того, что я забрала для видеосъемки ее маленького щеночка, я уже не стала ее трогать. Мне тут помощников и так хватает. Очень удивительно то, что парень Фурор, вот этот красавец, он толстун, крепыш и достаточно крупный такой богатырь растет. А его сестренка малышка. Так вот эта сестренка малышка уже открыла глазки, а вот этот крепыш Бутуз глазки открывать не собирается. Урмасу и его сестренкам уже, по-моему, исполнился где-то месяц, по крайней мере, они уже бегают. И как только у меня переедет в новый дом Рагнар и Рамзес, это буквально вот 9-го уезжает Рамзес, затем Рагнар, я уже посмотрю, кого куда отселить, и, может быть, даже этих малышей уже соединю с детками, вот, Триумф, Теннесси, ну, по возрасту, скажем так. Вот, чтобы они играли, развивались и веселились. А тут вот кто-то еще хочет, чтобы полоскались, да. Это еще надо, чтобы кого-то погладили, кого-то полоскали. Вот. Поэтому каждое видео я, в принципе, говорю о том, что у нас есть видео всех щенков на продажу, да, за исключением того, что давно не снимала я тех ребят, которых показывала, может быть, единожды. Я даже весь помет, где Семен Леонович, не успела показать, показала только Сантану. И вот они уже на вторую прививку заключительную поедут, им 3 месяца. Собственно говоря, ребят просто не хватает на все времени, но они, откровенно говоря, просто шоколадные с белыми отметинами, я не знаю. Как некоторые иногда говорят, мы выбираем по взгляду и показать глазки там, чтобы выбрать там как бы вот свою конкретно собаку. Ну, в принципе, у всех щенков вот глазки одинаковые, они такие молочно-голубого цвета, это щенячий цвет, в общем-то, собственно говоря, так как это все детки нашего Леончика Леона. Вот, они достаточно все друг на друга похожи, за исключением там кто-то старше, кто-то младше, кто-то мальчик, кто-то девочка. Но они есть вообще-то во всех видео, поэтому неправда то, что пишут некоторые люди, которые, наверное, просто невнимательно смотрят наши видео, о том, что мы продаем только взрослых собачек. Взрослых собачек продаем, потому что вот оставляли себе кого-то для разведения. После смены зубов у кого-то не туда вырос зуб и испортился прикус, и в разведение такая собачка не подойдет. Выставляем на продажу. Девочку оставляли себе, все устраивает и с зубами, и со всеми остальными вещами, но не устраивает размер. Девочка очень маленькая, для разведения не подходит, идет в продажу. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Кого-то хотели себе оставить, подрастили, не понравилось, решили продать. А кого-то, наоборот, продавали очень долго. И, скажем так, никто не рассмотрел эту красоту. Теперь, когда собачка по факту выросла и готова к разведению, такую, извините, красоту уже нет смысла продавать. Оставляем себе, снимаем с продажи. Поэтому видео есть разные, щенки есть разные, и совсем крошечные, и постарше. И напоминаю, щенки из нашего питомника переезжают в новый дом только в возрасте 3,5-4 месяца, зависит от региона вашего проживания, когда щенки полностью привиты, прошли все карантины. Мы не продаем собак для выставок и разведения. Цена каждого щенка индивидуальна, и зависит она от качества экстерьера. Для щенка с правильной анатомией, здорового, крепкого, как все наши ребятки, генетически здорового, психически здорового. Все родители имеют тесты на психику, на пателлу, прошли выставки, и не только выставки, но и племсмотры. Об этом тоже есть видео. Ребят, я не могу каждый день показывать одно и то же или рассказывать одно и то же. Для тех людей, кто, может быть, первый раз пришел на наш канал или случайно попал на наш канал, и вот именно то видео посмотрел, в котором он ничего не понял, о чем же я говорю, о чем же я рассказываю. Есть отдельные плейлисты. Пожалуйста, там есть вся информация, история нашего питомника, там есть все документы, видео со всеми документами. Пожалуйста, смотрите, какие мы анализы сдаем своим собачкам, почему у нас цены на щенков такие или другие. Я об этом обо всем рассказываю.
достаточно подробно, но я не могу это все твердить в каждом видео одно и то же, каждый день, так как каналу нашего питомника в Ютубе уже более 10 лет. Ну, я думаю, что тем, кто с нами давно, а есть такие люди, с которыми мы действительно уже на протяжении 10 лет вместе, наверное, уже бросят, наверное, смотреть наш канал за 10 лет, если я в каждом видео буду показывать одно и то же и говорить одно и то же. Но никому это не интересно, поэтому выбирайте по заголовкам, что вас интересует. Племенные оценки наших собак, смотрите, есть такой заголовок. Тесты на Пателлу, смотрите, есть такой заголовок. Пожалуйста, вся информация открыта для вас во всех соцсетях. Кому недостаточно, пожалуйста, прибавим в Телеграм. На этом я прощаюсь с вами ненадолго. У меня уже спать хотят малыши. Увидимся в новых видео. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Всем пока и до новых встреч.